Ремонт дороги вдоль улицы Южная в Дрожжине проводится благодаря активному голосованию жителей на портале «Добродел». Как отметил депутат по данному округу Евгений Усков, люди уже не один год просили привести в порядок одно из главных шоссе жилого комплекса «Бутово-Парк-2». Мы голосовали активно, долго, достаточно тесная работа с администрацией. Мы очень благодарны, что нас включили в эту программу. И в этом году поменяет достаточно большой объем дорожного покрытия. Это практически вся улица Южная, от старой ее части, от Южной 27 до Южной 7. Старший по дому номер 19 по улице Южной Андрей Сычев очень доволен, что ремонт наконец-то стартовал. И проводимые здесь работы нисколько не беспокоят и не препятствуют проезду транспорта. Все идет своим чередом, все это вижу, наблюдаю, следим, как говорится. Ну, в принципе, все хорошо. Сейчас на дороге устанавливают бордюрный камень, также на участке заменят просевшие люки и ливневые решетки. Следующим этапом станет обновление асфальтобетонного покрытия площадью порядка 30 тысяч квадратных метров. Для укладки будет использована современная техника и специальная 16-я щебеночно-мастичная смесь, которая гарантирует запас прочности и минимизирует появление дефектов. Практически везде, где есть большой пассажиропоток, применяется новый асфальтобетонный смесь. Это щема, щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь. Да, где большой поток и где ходят автобусы. Там, где будут деревенские дороги, там нет смысла и целесообразности применять подобный асфальтобетон, но несколько дороже. И поэтому там будет применяться обычный асфальтобетон для дорог Б2. Дорожные работы преимущественно ведутся в ночное время, когда автомобильный трафик ниже. А днем организовано частичное перекрытие движения. По всем правилам с предупреждающими знаками для возможности объезда. В ближайшее время мы должны выйти в рамках этого же контракта. Должны выйти на улицу Советская, где у нас разворотный круг. Примыкание Советской школьной улицы. Там не доделано немножко осталось. В рамках этого контракта будет там тоже доделано. И, соответственно, в рамках первого этапа будет, в принципе, отремонтировано, включая эти две дороги, 16 автомобильных дорог по Ленинскому городскому округу. Работы на Южной улице планируют завершить до конца мая. В целом же в Ленинском округе сезон дорожного благоустройства продлится до начала сентября. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.